Скажите, пожалуйста, зачем вы сегодня приехали в посольство в США? Скажите, пожалуйста, зачем вы сегодня сюда приехали? В гости к послу. В гости к послу? С какой целью? Вы хотите какие-то вопросы ему задать? Да, я хочу задать. А подскажите, какой, если не секрет? Как его назначили послом? Здравствуйте, а можно задать пару вопросов? Нет. Скажите, пожалуйста, зачем вы сегодня сюда пришли? А с какой целью? Здравствуйте. А можно вопросы задать? Добрый день. Здравствуйте. Мы ждем, ждем вас. Здравствуйте. Они не вас ждут. Скажите, пожалуйста, зачем вы сегодня приехали в американское посольство? По приглашению. А по приглашению кого, если не секрет? А кто вы такая? Какой целью вы сюда пришли? Пожалуйста. А вы кто такие-то? Телекомпания НТВ. НТВ? НТВ, да. Продаете удостоверение. Yes. Это не НТВ. А где же вас НТВ? Телекомпания НТВ. Скажите, пожалуйста. Да вы сюда... Вы на встречу пришли? А с какой целью? А у нас еще допрос, да, что ли? Пожалуйста, подходите. Угу, скажите, пожалуйста, вы с какой целью сюда пришли? Вы сурковская пропаганда. Как тебя зовут? Сейчас тебя 20 тысяч человек увидят. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Ну-ка скажи. Трогайте, пожалуйста, мою камеру. А почему ты меня снимаешь? Кто тебе за это заплатил? Ну-ка, кто тебе заплатил? Кто тебе заплатил? Кто тебе заплатил? А ну-ка не иди за мной. Я не хочу, чтобы ты меня снимал. Почему? Законы России мне позволяют. Сопляк и мерзавец. И стыдно будет. Zum Beispiel wollte ich mit dir gerne über Pussy Riot sprechen. Hast du dich da bei dem Thema engagiert? Ich habe Geld bekommen vom ZDF, um mich in Aspekte da kurz zu äußern, ja. Moment, die zahlen Geld dafür? Das darf ich nicht sagen. Hä? Hast du doch jetzt schon. Sag, wie viel Geld? Sehr. Du hast jetzt nichts gesagt, aber du... Blankoscheck. Ja, nein, aber... Also, was hast du denn dann da gesagt für das ganze viele Geld? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe gesagt, dass ich hoffe, dass sie die Haft gut überstehen. Mehr habe ich nicht gesagt. Ich finde das ja auch immer so ein bisschen peinlich, wenn Schauspieler plötzlich anfangen, über Politik zu reden. Die hat das Konzept der Sendung voll verstanden, diese Anna Thalbach. Nämlich, du bist so politisch... dem Pussy Riot und so, und dann hat sie bei jeder politischen Frage gesagt, nee, ich wurde gekauft. Das ist eine gute Idee. Ja, voll ehrlich. Und das war jedes Mal ein Riesenbuller. Mhm.